Добрый день, представляем вам лот. Это бижутерия Моа Этам. Очень много всего интересного. Итак, начнем. Вот такие вот браслетики. Вот такая красота. Здесь их две штучки. Молодежь поймет. Вот такой вот колье. Прямо очень красивое, вечернее. Так, браслет. Прям золото, бриллианты. Скажем так. Очень красивые. Так, есть у нас еще вот такие несколько наборов. То есть здесь серьги, пусеты, серьги, кольца и кулон. Кулон вот с таким вот камнем. Да, вот с таким камнем несколько. А далее есть еще несколько наборов. Также здесь у нас идет три цепочки, по всей видимости, тоже регулируются. Так, еще один вот такой вот нежненький набор. Их тоже несколько наборов. Вот такая вот красота. Очень похожа либо на длинное колье, либо на пояс. Так, здесь вот такая вот цепочка с шариком. Очень брутальные, тяжеловесные цепи для тех, кто их любит, конечно же. Но они реально очень тяжелые. Так, вот здесь есть вот такие вот брелочки. Они очень смешные. И очень забавные. Мы предположили, что их можно... Ну, вообще, молодежь, конечно же, разберется. То есть, вот здесь такой смайлик. Причем смайлики рожицы у всех разные, смайликов. Их можно выбрать. Есть вот такая вот язычок. И этот язычок может сюда продеваться вот таким вот образом. То есть, как бы, я думаю, молодежь все-таки найдет применение этому всему. Причем быстрее, нежели чем мы. Их несколько штук. Вот они все представлены здесь. Все вот эти вот смайлики разного формата. Также есть вот такое вот, похоже на этническое колье под серебром. Серьги. Ну, такая красота. Еще одна красота из серег. Здесь уже у нас идут бисер. Здесь тоже серьги из бисера. А здесь у нас что-то вроде колье. Тоже вот очень нежно смотрится такая цепочка с шариками маленькая. И внизу как полумесяц, полулуна, я не знаю. Ну, очень красиво, тоже как бы под серебро. Их тоже несколько. Так, вот такой вот набор колец, серег, да, цыганские кольца, как говорится. Их несколько форматов, то есть рифленые, разные, градуировка здесь идет. Так, вот их, такие идут, эти более изящные, это более массивно смотрится, тоже их несколько. Вариации. А вот такие вот кольца есть. Да, здесь их три пары серег. То есть поменьше, средние и побольше. Тоже их несколько. Есть другой вариант. А, посмотрите, пусеты и кольца. То есть кольца тоже черные, вороненые, серые. Что-то из этой серии. Так, вот здесь вот есть, ну, прямо совсем этническое. Ну, прям in Paris написано. Ну, это сильно на любителя. Прям сильно. Ну и вот с этим тоже на любителя. То есть здесь достаточно жесткий браслет на запястье из бисера. Ну, смотрится, конечно, интересно, если это подобрать. Вот здесь вот несколько браслетов. Вот я да, могу достать, здесь не запечатал. Вот. Прямо ходить, звенеть и получать удовольствие. Вот такие вот браслетики. Так. Далее, что у нас есть? У нас есть еще вот такие вот. Тоже как браслеты, наверное, можно использовать. Можно как колье использовать. Здесь ракушка и тканевая. Так, это у нас браслетики. Плетеные браслетики. Здесь тоже браслеты из бисера. Здесь тоже что-то вроде браслета. Такое комбинированное. Также браслетик. Ну, это уже совсем девчачьи браслеты. Вот такая вот история. Еще повторяется история. Вот такая вот история браслетов. Ну и, конечно же, кольца. Кольца абсолютно разнообразные. Кольца вообще, я думаю, они даже регулируются. Да, они регулируются по толщине, по ширине пальца. Есть с камушками, есть без камушков, есть цельные, есть разъединенные, есть желтенькие, есть серебристые. Кольца абсолютно все разные. Здесь прям с камушками кольца. Здесь вот прям даже как... выбитые даже какие-то. То есть вот абсолютно разные. То есть лот неплохой в целом. Предметов очень много. Цена небольшая.
Вот, поэтому очень даже интересный лот. Это весь лот, все подробности об этом лоте вы можете посмотреть под видео. Спасибо.